Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим популярную индийскую уличную еду – самосы. Бывает очень много разновидностей самос, и сегодня мы приготовим один из них. Поехали! Сначала нарежу картофель. Мелко-мелко шинкую лук. Мелко нарезаю зеленый острый перец. Так как я не очень люблю острое, я совсем немного нарежу. Этого достаточно. Мелко нарезаю 2 зубчика чеснока. Также мелко шинкую кориандр. Измельчу кишью. Кишью удобнее измельчать двумя ножами, так как они не разлетаются по сторонам. Слишком мелко измельчать кишью не надо. Достаточно разделить кишью на 2-3 части. Приготовим тесто. В мисочку отправляем 2 стакана муки. У меня пшеничная высшего сорта. К муке отправляю прованские травы. Соль. Немного замешаем. К сухой смеси отправляю топленое масло. Замешаю. У нас уже получается тесто. Вот такой консистенции. Рыхлый и очень приятный. Постепенно добавляю воду и замешиваю крутое тесто. Замешаем. Вот такое крутое тесто у меня получилось. Накрываем тесто пищевой пленкой. Сверху накрываем полотенечком. И отправляем тесто отдыхать на 30 минут. А пока приготовим начинку. Вот все ингредиенты для начинки готовы. Обжариваем начинку на топленом масле. Обжариваю чеснок, острый перец, перемешиваю. Сюда же отправляю кумин. Также сюда же отправляю имбирь. Сюда отправляем кориандр,
паприку, красный жгучий перец. Перемешиваем. Сюда отправляем лимонный сок. В сковородку также отправляется лук. Лук обжариваю до золотистого цвета. Наш лучок зарумянился, к нему отправляем картофель. И соль. Замешиваем. Картофель не надо превращать в пюре, он должен быть кусочками. Слишком крупные кусочки картофеля нужно придавить лопаточкой. В начинке добавляю кишью, зеленый горошек, и кориандр. Хорошенько перемешиваем. Накрываем крышку на 2 минутки. Наша начинка готова. Начинка наша готова. Начинку нужно переложить в тарелку для того, чтобы она остыла быстрее. Тесто наше отдохнуло, теперь разделяю его на части и скатываю шарики. Получился вот такой миленький рулетик. Теперь делим его на части. Тесто стараемся делить на ровные части. Теперь
теперь из них закатываю шарики. Сейчас они больше похожи на подушку. Вот таким образом катаем шарики. Накрываем шарики теста полотенцем и оставляем отдыхать на 10 минут. Раскатаю тесто. Сначала тесто немного придавливаем руками. Присыпаю скалку мукой. И раскатываем тесто. Тесто раскатала в такие лепешечки толщиной в 1 мм. Теперь приступим к формовке самосы. Разделяем лепешечку пополам. И начинаем формовать. Один край теста я сейчас смочу водой. Таким образом мы делаем такой некий кулечек. Придавлю пальцами для прочности нашего шва. Такой кулечек у нас получился. Наполним наш кулечек начинкой. Кладу начинку. Края опять смачиваю водой. Делаем вот такую складочку и вот таким образом залипаем дно. Наша самоса готова. Все остальные самосы я формирую точно так же. Самоса готова. Проверяем масло на температуру. Кидаем туда кусочек теста. Тесто всплыло. Сейчас будем обжаривать самосы. Вытаскиваем это маленькое тесто и погружаем туда самосы. Аккуратно. Обжариваем самосы до румяной корочки. Самосы зарумянились, убираем их в тарелочку. Давайте посмотрим, какие самосы изнутри. Вот такая внутри богатая начинка. Она очень вкусная и пахнет очень вкусно.
Самосы готовы! Они получились очень вкусными. Тесто хрустящее, а начинка очень-очень вкусная. Готовьте такие самосы. Я уверена, что вам понравится. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!